В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, продолжаем наши работы. Продолжаем нашу работу. Сегодня мы продолжаем заваленный гребень сверху у нас. И мы приступаем теперь к этой работе. Так, как мы будем делать? Готовим сейчас наш гребень. Готовим наш гребень. Так. Возьмем оправку шершня. Так, с этой стороны. Сравняем. Уплотняем. Ну, теперь у нас два способа. Мы можем или оправкой продолжать отгибать вот эту кромку. Вот эту кромку мы можем отгибать. Сделать первый гиб. Так, посмотреть. Так, попробуем сейчас ее отогнуть. Так, вот наше ослабление. Так, 45 и 35. Ослабление. Так, теперь мы все-таки самый способ такой быстрый, это отгибать рамочными клещами. Рамочными клещами отгибать. Так, еще забраться. Так. Снимаем штабы. Это можно не только рамочные, можно другие клещи. Так. Здесь поточнее надо. Да, немножко. Так, учимся, учимся. Так. Ну вот теперь мы можем взять. Санка теперь высотним. Так, и еще раз сгибаем 25.
Смотрим. Так. Так, посмотрим отсюда. Так, хорошо. Теперь с этой стороны. Закрывать рамкой двойного фальца. Универсальная с кромками. Накладными немножко завалили. И теперь можем ее. Так, сейчас проверим, какой стороны. Начинаем с маленькой стороны. Так, с этой стороны начнем. Так, начнем. Снилка. Так. Тихонечко. Выходим. Двоем не оставляется никаких следов. Никаких следов не остается. Очень четко закрывает. Так. Теперь нам надо этот гребень завалить в эту сторону. Налево. Так, потом. Сейчас еще внизу немножко уплотним. И теперь
Давайте, можно? Так, 25 сантиметров. Заваривание нам. Так, пойдет у нас подъем. Сейчас померим. Так. Прикинем. Так, где у нас подъем будет? Так, он здесь. Так, смотрим рукой. Положим. Так, чертим нашу линию подъема. Так, значит, немножко. Вам. Отступаю. Так, есть линия подъема. Линия подъема есть. Так, проверяем. Так, проверяем. Отлично. Так. И вот эту еще линию сейчас подновим. Эту линию справа, слева. Лучше по длине линейку взять. Так, вот она стоит. Чётко, да. Ва. Так, у нас там же черных целей. Здесь тоже самое. То же самое. Сейчас включаем режим. Так, хорошо. Так. Так, ну что, будем поднимать. Что-то она как-то... Ну, что поправить надо. Ой, не надо поправить. Немножко она у нас... Так, немножко поправим. Так. Немножко
Давай, главное. Всякий сюда. Сама сюда. Вот сюда. Так, потихонечку. Так, держи его.